Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить игру «Уличный гонщик». Это у нас чемпионат Volkswagen. Гоняем мы на жуках, на новых, соответственно. Следующая трасса у нас будет пятая, шум ночного Лондона, соответственно, в Англии. Но я думаю, что мы ее пропустим, потому что она не слишком мне интересна. 3, 2, 1. Ой, не особо я люблю эту трассу. А вот Холман Реале мы проедем. И с удовольствием. Хоть эта трасса и длинная, но зато она прикольная, скоростная. И вообще мне нравится. Вы еще меня увидите. Че, объехал-то? Ну ладно, там кто-нибудь подберет. Уже плачешь. Еще ускорение. Неплохо. Мне кажется, ли он меня догоняет? А не тут-то было. Сука. Попробуй увернись. И учись. Вот падла. Попробуй увернись. Нет! А кто же еще попадет на эту херню? Нам надо выиграть на самом-то деле. Что-то мы быстрее их едем. Я лучший. Получил? Наслаждайся поражением. Как тебе вот это? Ой, блядь. Дебилоид. Сейчас схватим эту фигню еще. О, молодец. Вовремя. Тебе вот это!
куришь. Нормально. Не попал. Ща, погоди. Смотри и учись. Слабак. Опять красный кубик. В том же месте. По-любому кто-нибудь возьмет. На повороте самая тема оставлять такие подарки. Возьмем. Ой, повезло. Блин, на ускорениях опять, наверное, и летят. Удачный удар. Ну, нет, вряд ли возьмут. Что за... Вот это. Ну, кубик-то взяли. А, один, кстати, выбыл. Но это последний круг. Надо первым приходить. Ускорение мне в этом поможет. А вот и победитель. Готово. Новая пари доступна. Так, следующая лихорадка Парижа. Наверное, пропущу. Не помню трассу. Чё он там? А, не, не особо мне нравится она. А, чё, тут управление есть? Фига. One. Go! Чё ещё есть? О, F10, закончить гонку. Нью-Йорк ставка. Что у нас там дальше еще будет? Нью-Йорк ставка. Блять, не хочу я в Нью-Йорк ездить. Меня бесит эти Нью-Йорки и всякая вот эта вот шляпа. Лондонская пари. Ладно, давай Лондон проедем. 3, 2, 1, go! Бегаешь, что ли? Твою мать!
Охереть, там чувак срубил. Сбегаешь, что ли? Всех. Как тебе вот это? Ты плачешь? Надеюсь, это тот же, который бомбу применил. Не вовремя закончилось действие вот этой херни. Ух ты, увернулся. Твою мать. Наслаждайся поражением. Вот это класс! Я тоже на ускорении теперь. Ах ты, сука. Такая. Получи, ёпты. Ушлёпок. Уже платишь. Сука такая быстрая. Попробуй увернись. Кто-нибудь возьмет этот, блядь? Как тебе вот это? Наконец-то. Попробуй увернись. Наслаждайся поражением. Сука, а такая. Блядь, мы его хер догоним такими темпами. Thank you.
Удачный удар. Давай, догоняем. Слабо. Но он опять, наверное, сейчас на ускорение уедет. Наслаждайся поражением. Удачный удар. Блять. Прям вообще чуть-чуть. Карлс, сука, грязный. А этот Карлс у нас на первом месте едет. Придется проходить трассы. 3, 2, 1, go! Наслаждайся поражением. Как тебе вот это? Ну, не успели они меня догнать. Попался. Бля, а чё я не выкинул-то? Бомбу ебучую. Поел, еще бери, ёпта. Я хуй знает, куда надо было кидать этот кубик.
из двух зол он выбрал зеленый. Держи. Ты куришь. Ты плачешь? Да, по внутренней я пойду. Сразу два схлопотал бонуса, блядь. Держи. Это ли не первое ускорение у меня за эту гонку? Я просто не помню. Класс, класс, класс! Просто целая лужа уже. Блять. Ладно, этот прохиндей, блядь, на масляной пленке меня не догонит. Но это мы должны выиграть. Вот это класс! Еще и со сцеплением. А вот и победитель. Да. Так, следующая у нас ночь в Нью-Йорке. Ночь в Нью-Йорке. Ночь в Нью-Йорке я не особо люблю. Так себе класс. Я и не буду ее играть. Пизду ее. Вот перегали Сабона с удовольствием. 3, 2, 1, go! Трасса коротенькая, офигенная. Ну блин, ну если бы мы ездили, конечно, по три круга, а не, блядь, по... На нахуй, блюдина ебаная. Удачный удар. Ну, тут ускорение тебе не особо поможет, дружище. Попробуй увернись. Наслаждайся поражением. Попробуй увернись. Это два словил. Полетел на мокрых колесах. Прекрасный стиль. Попробуй увернись. Там вроде ничего нету.
Поэтому едем спокойно. Не успел закончиться. Я думал, бомбу сброшу, успею. Здесь нормально, успею применить. Может быть, даже два ускорения попадется. Не, бомба. Бомбу сброшу. Может, кто возьмет? Они там по широкой траектории заваливают. Я смотрю. Опять бомбы. Абсолютно неправильно. Нормально, я оторвался уже. Блять. Ладно, на прямом участке пути она, в принципе, не так критична. Самая жопа-то на поворотах случается. Удачи. Они меня догоняют. Как тебе вот это? Пленку поймал. Здесь вроде ничего. Ебать. Потрясающе, но неправильно. Вот это, блядь, жестко. В конце словил. А вот и победитель. Да. Так, идем мы сейчас на втором месте. Париж, я думаю, мы пропустим. Вот. Да, наверное, пропустим. И там трасса еще будет одна. Она еще довольно прикольная. Вот это вот. Трансильвания. Сложная, но прикольная трасса. 3, 2, 1, go! Ее мы едем. Хороший захват. Что за... Блять. Хотя... Ничего особого такого не случилось. Великолепно, но все-таки неправильно. Но надо выигрывать. Попробуй увернись. И учись.
Удачный удар. Блядь, ну вот надо было так, а? Абсолютно неправильно. Удачный удар. Еще и на свою сейчас залезет. На свои шипы. Да он шипы взял, да? Похоже, блядь, это я шипы взял, нахуй. Опять такая же херня. Что за... Как тебе вот это? Ебать, тут бонусов понаставили. А вот эти шипы никто не взял. Хотя вроде тоже бы мои. Фух, ё-моё. Блядь! Ой, легко прошло все. Ха-ха-ха!
Ремонт. Ну ладно, хотя бы так. Сука, а? Разворачивай. Я говорю, трасса сложная, но очень крутая, интересная. Блядь. Ну ладно, я должен все равно первый прийти, потому что там уже отрыв вон какой. Хотя лучший круг вот уже сейчас можно уже, ну, короче, минута 25 было, сейчас уже минута 30. Блин, не взяли на прошлом круге. Объехали каким-то образом. Так, на этом у нас, друзья, все. Идем пока на втором месте с отставанием в 1000 очков. Следующую трассу придется нам все-таки играть. Ну а пока, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока!